Ту-ту-ту. Делай. Убирай. Я бы уже нашел, куда нам нужно нажать. Здесь нет головоломки. А, ну классно. Но всем привет, в любом случае, с вами Ворм, с вами Red Lightning, и эта игра Ага. Portal 2, кооператив, который мы продолжаем проходить, остановились на том, что проходим шестую главу, хер пойми, что происходит, Глэдос сошла с ума, и, короче, что-то странное происходит, у нас тут в лаборатории, в тестовых камерах, и вообще, мы хер пойми где. Это новые сборочные аппараты, типа? Хорошо, сборочный аппарат снова работает. Это была ложь, но определенно сейчас они не так сломаны, как раньше. Один из них в конце этой незаконченной тестовой зоны. У тебя загрузка пошла или ты летишь? Нет, я лечу. А я не прыгнул просто еще. Я решил вы... А, тут нельзя выйти теперь, мне жалко. А, куда ты выплыл уже? А, это одна комната все получается, я понял. Я думал, ты будешь лететь, пока не перейду. Пятая глава у нас сегодня. И сейчас. А, белый делает нам портал, а смог позволяет создавать. Точно. Да, и ты его не трогаешь. Хорошо. Спасибо. Очень нужно. Очень. Там турели. Что-то тут явно непонятно происходит, а я, к сожалению, еще не перепрошел к этому моменту второй портал. Хотя, тут уже совершенно другая история, поэтому не особо важно. Типа опытный дохуя, да? Поставь мне вон там портал, пожалуйста. Угу. И вот здесь. Спасибо. И Атлас, судя по всему, от нас что-то скрывает, потому что он, видимо, знает, что здесь происходит. И это весьма странно. Такой заговорческий тон. Это очень странно. Он что-то от меня скрывает. Атлас что-то скрывает от Пибади. Спойлеры. Возможно, они договорились. Спойлеры. Они договорились вместе с Глэдос. Возможно, нас убьют. Может быть, нет. А может быть, да. Кто знает. Кто знает. Чуть не упал с ним. Даже так, даже лестница есть, нихера себе. Вот наша проблема. Где-то Какая? Здесь есть мой старый прототип. Чё? Кто-то нашел его, подключился к нему и пытается захватить мой комплекс. Да ёб, да ладно, серьезно. Прошлую неделю я провела в попытках превратить одного из людей, что вы нашли, в машину для убийства. Как этот... Ну, сами знаете. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Мораль этой истории в том, что все люди мертвы. Поэтому теперь все зависит от вас, слюнтяй. Как этот на Мелвуда Уитни? Или... Ой, какой Уитни? Как его там зовут-то этого? Синеглазого. Терминатор.
А. Машина для убийства. Все, все, я понял. Меня дошло теперь, да. Я просто, ну, не могу другие вселенные воспринимать, пока типа об одной вселенной речь идет. А человек, она имеет в виду тогда чел, что ли, получается? Было неясно, Нет. работает ли сборочный аппарат. Похоже, наша таинственная дама в прототипе хочет сказать, что она меня не боится. Но не волнуйтесь, у меня есть план. Мы продолжим испытания и покажем ей, что Погоди. мы тоже не боимся. И не важно, насколько опасны будут для вас эти тесты. Ну я уже понял, в чем прикол. Получается, Гледос. Только я не пойму, какая из них Гледос, которая была с чел. То есть тут есть две Гледос, короче. Одна Гледос, которая нас вела до этого, была типа плохой. Это другая Гледос, которая типа хорошая. Сюда иди, Гледус. Погоди, стой. Какая Гледос была у чел? Это Гледос фиолетовая. Ну у нее поэтому и текст субтитров другого цвета, потому что они разные. Это не ошибка, это специально. То есть фиолетовая Гледос это хорошая Гледос или плохая Гледос? Че, блядь, тут происходит, сука? Хватит, лови кубик. Есть здесь ради науки. А я здесь ради сюжета. А ты что-то скрываешь по-любому. Ну-ка отвечай, что происходит здесь? Говори. Говори, что происходит. Что происходит? Если я тебе скажу, это значит, что я заспойлерю тебе весь Да, сюжет. Ты правда этого я на тебя хочешь? обижусь, да, поэтому не надо. Ты молодец. Давай, надо прыгнуть одновременно. Одновременно. Сойдет. Да это что ж ты делаешь-то, ну? Ага. Ага. А я смотри, Ладно. я смогу. Нет, не смогу. Сделал? Ага. Понятно. И сейчас. Ставь куб. Положи куб на землю. Молодец. Пошли. А. Убери куб с земли. Я не могу в него попасть. Не, ну хочешь, уберу без проблем. Вот ты упадешь. Меня это не останавливает. Поставил второй портал? Поставить ты поставил. Хули толку только. А, ну чтобы ты прошел, да, теперь запрыгивай наверх. Да, точно, точно. Ставь. Теперь тебе нужно идти вперед. Идти вперед, и дальше, 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 дальше. Теперь искать выход отсюда. Вон он, вон выход. Это-то выход, а где вход? А, подожди, нет, это не то. Да? Не знаю. А, I know. I don't. А, Прыгай. это кнопка там. Прыгай вниз. Не прыгну. Я портал все убрал. Прыгай вниз, тебе кубик нужно ловить. Зачем опять? Да, снова. Ты просрал его? Нет. Это научный эксперимент. Ты дурак, нет? Нет. Давай. Раз, два, три. Пошли. А-а-а, нихера ты хитрый какой. Вы посмотрите на него. Чё творит-то, а? Задание выполнено. Теперь она знает, что мы ее тоже не боимся. Это была небольшая тренировка в планировании. Вот настоящий план. Я превращу вас в машины для убийства. И вы сможете убить ее. Я понял. Тут будут другие Пибади и другой этот, Атлас. Мы их встретим, короче. И охереем такие, нихуя себе. И это перенос сознания, и после этого начнется Сома, короче. Точно. Я разгадал тайну великую данного сюжета. Какой же я умный, черт, прям сам из себя тащусь. Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Страница 70. Ага, какой у тебя вес, испытуемый? 70 кило.
Таких больших куч человеческих отходов не бывает. Почему она делает... Стоп, бессмыслица какая-то. Средний вес кучи человеческих отходов составляет 90 килограммов. Это я знаю совершенно точно. Испытуемый, мне сообщили, что ваша мать... О, какая гадость. Вы потренируетесь, а я пока почитаю. В чем прикол? Почему она делает звук, а вот она листает страницы? Она реально листает страницы или она делает звукоимитацию, то, что она листает страницы? Она вполне может листать страницы, если ты об этом. Это человек, получается. Это Гледос. Живая Гледос, которая не стала еще роботом, типа. Нет. Нормальная Гледос. Оригинальная Гледос или Гледос, которая была у Пибади и этого Атласа? Нормальная Гледос. Ну, человеческая Гледос, получается. Ну, короче, ну... все, тихо, не спойлерим ни хера. Так, слушай, тебе нам... А, все, точно, смотри. Короче, ставь портал сюда. А, нет, сначала поставь портал вот сюда. И вот сюда. Вот сюда. А. Так, ну и нахер ты это сделал? Ну ладно. I wanna fly. Нет, 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 убери! Ты сейчас сдохнешь. Там кнопка еще внизу была, кстати говоря. Не вздумай тут умереть. Ром. Я понял, смотри. Я решил эту головоломку. Верни обратно эту кнопку и не трогай ее, понял? Рома. Ничего не трогай. Там должны стоять либо твои порталы. Там, если ты идешь туда, там должны стоять твои порталы. Дурак, что ли? Я объясню, спустись, я объясню тебе. Я не могу, я высоко. Я боюсь высоты. Смотри, воронка движется сверху вниз в данном случае. Но. Ты нажмешь кнопку. А дальше что? Упадет ящик. Я его поймаю и умру. К хуям, собачьим. В чем смысл? Надо перевернуть. А там может быть реверс пойдет, не? Нет. А-а-а! Реверс, Рома, включается с помощью вот этого вот переключателя. Классно. А то есть вы... получается, что один стоит здесь, переключает реверсы, второй в воронке ловит кубик. Иди, лови кубик. Спасибо. Пустите меня в воронку, пожалуйста. Благодарю. Ай, блядь, 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 блядь. Так, рано, да? Рано, рано. Давай. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Это про вас. Я не знаю, почему не получилось. Возможно, я долго думал. Чуть-чуть дольше, чем обычно. Ты все еще тут? Спрашивает у меня турель. Да, мы все еще тут. Мы тут надолго, короче. Пингует, наверное. Давай. Молодец. Кидай, 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 кидай. Молодец. Надо было кидать, а ты его там оставил. Гаси турели. Я не считаюсь турелью. Не считаюсь, говорю, турелью. Ты очень похож. Но не считаюсь. Теперь вопрос века. Тебе нужно отрубить вон там свет где-то, походу. Нет. А, стоп. Огонь. Да. Что нет, делать? Это. Нет, это не то, что нужно. Это лифт. Так, следующий шаг. We have a cube. Я, кажется, понял. Но нет. Да, я понял. Получается, мы используем вот эту херню, короче. Вот здесь для перехода. И там создаем, короче, сюда херню, потом делаем реверс, и она летит, короче, шар летит оттуда сюда.
Понял? Ну давай, давай. Нет, Приступай. эту херню убери нахер. А, ты так хочешь? Зачем Ну, тратить я... порталы? Ну, потому что тебе нужно портал создать сейчас. Ну, Я ты должен... зайдешь туда и создашь порталы. А я реверсну, когда ты скажешь. Как ты там говорил в первой серии? Ща до него дойдет. Ладно. Видишь, мой опыт заметен даже моим зрителям, как я поумнел и превзошел своего учителя. Делай реверс. Чувак, надо снимать. Нет, 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 пусть летит. Друг. Ну, теперь ты... Нужно было тебе, короче, портал убрать. Иди. Тебе нужно запрыгнуть вместе с ним. Да не запрыгну вместе с ним, он высоко слишком, это херня. Я не допрыгиваю до него, видишь? Никак вообще, даже через нее. Нужно вовремя, короче, убирать, отрубать эту херню, все, чтобы он упал просто вот на этой платформе. У меня есть другая идея для тебя. Где он падает? Сука. Сейчас. У тебя там порталы стоят, да? Уничтожь его. Кого? Мячик. Зачем? Уничтожь мячик. А, ты хочешь его уронить? Да. И что это изменит? А, будет подожди, будет то же самое, что вот это. Ты уже не в воронке. Ну да. Забей, делай реверс. Тебе просто портал нужно будет убрать, и все. И скажи, когда. Скажу. Поставь эту штуку-то, по идее. Надо, должна заставать. Во. Делай. Убирай. Запускай портал, да. Скажи, когда убрать. Смотри лучше на него тоже сам. Во, во, все. Так гораздо легче. Да. А где у нас выход? Че? Вот ну, еще выход. Один мячик поставить. Это еще один мячик? Тот же самый. Ставь. А это нет, лифт поднимается, что ли? А. Лифт поднимается от другого лаза. Стой, 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 нет, 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 не... А, ну да. Смотри, если вставить этот мячик. Встань на платформу. Опусти его. Он упадет? Да, он упадет. Встань на платформу с мячиком. Он должен держаться воронкой. Твою мать. Сейчас сделаем, окей. Ставь. Ну вон в синюю воронку ставь. Все, засыпаешь, что ли же? Что ты делаешь? Нет. Мячик упадет сейчас. Мячик сейчас упадет. Мячик упадет. Что ты делаешь? Чё У нас ты... полно времени, пошли. Вообще, это вот такая херня еще, чувак. Только мы не достаем до нее, нихера. Там должен быть только один чувак. Сейчас я уберу мячик. Встань просто на нее и поставь мяч. Встань на нее. Ну. Запускай мяч. Запускай. Я не добегу все равно. Потому что тут нужно еще эту херню ставить. Понимаешь? Чувак, мы тут вместе должны стоять. Смотри, ты поднимаешься? Тут видал, еще такая херня есть. Мне да, нужно вот лазер поставить. Она действует моментально. Там есть что? Дверь. Заебись. И как-то быть? Вместе надо действовать. Просто с я не лазером-то помню, как что быть? Делать. С лазером что делает быть? С лазером, я не помню как раз. А, суть в том, что
Лазер должен быть активирован, да? А, ну все тогда, я что решил? Не, не решил ничего. Лазер должен быть активирован после подъема платформы вот этой второй. Первой, Да. точнее. Может, что, как-нибудь можно уронить, типа, сюда? Вот так вот сюда. Да нет. Что с ним делать-то? Ей, слышь? Ей. Погодь. Так. Хер. Так. Это не варик, не. Суть в том, что сдвинуть его. Подожди. С этим-то понятно. Это спускается в воронку и бежится. Подними меня. Ой. Я умер. Умер. Ай. Ай-яй. 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 Не надо так делать. Больно, горячо. Убьешь. Опусти. И чё? Много чего увидишь. Ну вдруг. Сверху обзор легче. Ага. А, ну да. Так и происходит, получается. Вот мы это... Стой, стой, поставь обратно. Поставь обратно. Блять. Поставь её, как она была. Ну там где-то захватывал. Не, нихера. Поставь её вот отсюда. От этого угла. Вот сюда. Прям вплотную к стене продвинь, короче. Поставь, опускай. Поднимает, допустим, да? И нихуя, насквозь проходит. Не, я хуй знает тогда. Непонятно. Совсем непонятно. Так, а если реверс использовать? Какой-нибудь. Какой реверс? Я думаю, вдруг он тут тоже что-нибудь поможет. Потому что пока непонятно вообще нихера, что делать. Абсолютно. Have no fucking idea, сука. Тут, в принципе, есть еще другие всякие места, типа это. За пределами, там, не знаю, что-нибудь такое. Я поэтому лез наверх, потому что там, может быть, что-нибудь было бы за пределами этой херни. Но нихера. Нет, нет ничего этого. Короче, сейчас. Суть была в том, чтобы сначала доставить шар вместе, потом, короче, шар доставляется так, как я его в первый раз доставил, да, с помощью вот этой штуки. Потом с помощью воронки. Помощью воронки. Проблема в том, что прямой угол он лапом. Я, да, я понял, слышишь, меня дошло. Все, все, все. Ставь, короче, ее. Кинь ее в этот, вниз. Прям так. Опускай. Не, ну это так, это только так работает. Я другого варианта не вижу. Она должна... Блять, она сдвигается опять.
Бля, сейчас еще вылетит нахуй за текстуры, блядь. Он центрируется по воронке, это свойство любого объекта по воронке. Так, а мы отцентрируем саму воронку сейчас. Как ты отцентрируешь саму воронку? Блять, горячо, сука. Ты мгновенно проходишь через нее. Нет. Да что я сделал? Я не то сделал. Ну-ка. Спасибо. Блять, ну. Ну что ты, блядь? Кстати, отсюда как теперь выбраться вообще? Ну да, вот так. Сложно какая-то херня, блядь. Но ее нужно опускать. Вот таким образом ее нужно использовать. Она должна подниматься, короче, и все. Только как тогда еще и шар направить? Так, подожди. Сначала направляется. Хотя, погоди, если... Стой. Если подумать, если она так будет лететь, то она просто уйдет и все. Она же пролетит просто, нажмет, допустим, тыкнет, и все, не поднимется же до конца, да. Все, да. А тут нету этих, да, даже, блядь. Нету. Полов. Че, блядь, за нахуй? Что-то я такой сложноты не ожидал, на самом деле. У нас еще одна серия потребуется. Сейчас, подожди. Что-то должно быть такое, что... Ты тоже сейчас начал думать насчет порталов. Ну это поднимает просто и все. А, ну ты портал-то можешь поставить как раз, да. Да, все, ты решил, красавчик. Ты просто смотри, портал убираешь. И все, а когда нужно, ставишь. Все, решили. То есть я так делаю сейчас вот эту херню, запускаем мы. Да. Ты, короче, сейчас запускаешь воронку в этот. Все, иди сюда, это прямо отсюда можно сделать. Или так, да. Подожди, сейчас. Все, нормально, давай. Поставить вот там портал. И синий будешь ставить сюда. Все, идеально, красава. Не зря в институте учился. Стой, сначала переходим сюда. Давай, иди сюда. Теперь заставь портал. Синий. Кривой лось. Во. Итак, машина для убийства. Это было на самом деле несложно. Скажите, что вы там видите. Хотя, не надо. Я и так знаю ответ. Мягкотелых слюнтяев. А, она пытается нас разозлить, да, чтобы мы стали агрессивными. Типа. Да. Что ж, полчаса потратили на эту херню. Не только на эту, на еще одну. Какая-то сейчас будет тестовая зона. Финишная прямая уже близко. Это предпоследняя камера. Стой. В следующей серии будет. Сейчас послушаю, что она скажет. Положительное подкрепление. Положительно. Сборочный аппарат скоро снова сломается. Круто. Скорее всего, как раз когда вы будете в нем. Подумайте вот о чем. Ей на вас наплевать. Мне, конечно, тоже. Но я не пытаюсь убить вас навсегда. Это благожелательное безразличие. Что ж, на этом мы серию закончим. Получилось она дольше, чем мы ожидали. Но следующая точно будет последняя. Она будет не такая долгая, я надеюсь, конечно. Да, всего осталось две главы. Конец завершения сюжета, конец всего портала, который есть на данный момент. И все такое будет в следующей серии.
В общем, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Куда-то убежал у нас уже Гатлатник, но разберемся с ним в следующей серии. В общем, всем удачи, всем пока.